Итак, оцениваем мамины навыки косички плести. Как вам такая вот причесочка? А? Что-то не то нажала? Ребята, где мы находимся? Смотрите, какие люди в Голливуде. Вот, это ты из Голливуда. Рэпер. Игорь Николаев. И Натан ушел куда-то. Мы играем, где логика? Уи! Детка, это какой подход? Четвертый. Вау. Я горжусь тобой. Ну, скажи что-нибудь. 9. Пожелай чего-нибудь. 10 пожелаю. Агата, ты не уймешься никак? Как всегда, в 4 руки. Когда удачно сходил на где логика. Премьера сериала «Постели с...» Крутое у всех, замечательное настроение пообщаться. Главная задача у нас сегодня – это обнять друг друга и посмотреть то, что... Как Глаша выпрашивает, чтобы я ее гладила. Ну, давай. Ну, погладь меня, погладь. Ну, ладно, ладно, почешу. Еще, еще, еще. Давайте подглянем. Чем ты занимаешься? Да я попрошу место заготовки. Работаем. Пенза, дорогие друзья, простите нас сердечно, пожалуйста, за то, что мы не вышли фотографироваться и давать автографы. Просто Паша приболел, перелетал на самолетах, ему не очень хорошо. Простите нас, пожалуйста. Говорите! Агата, мы из Пензы, нам очень все понравилось, мы тебя любим, ты самый талантливый. Приезжай к нам еще, вы классные, вы молодцы. Да, распишитесь мне, пожалуйста, Лене. Вот Леня, да, вот здесь надо распишись. Это Саранск! Приезжайте еще! Паша! Ну не может быть, что Соколовского убьют! Паша, ну Джона Сноу уже воскресили. Скажи, что тебя тоже воскресят. Это хуже, чем убийство. Это хуже, чем убийство. Паша, мир не пережил убийство Джона Сноу и не переживет убийство Игоря Соколовского. Так можно поставить смс на номер 08-92 с кодом воскресенье. У меня сторис выключились. С каким кодом? С
кодом промо слова воскресить С. СМС стоит 25 рублей. И его воскресят. Врешь? Нет. Врешь. Дорогие друзья, посмотрите, какая прикольная у меня шубка. Правда, красивая. Но самое крутое, что она из эко-меха. То есть ни один сладенький пушистик при создании этой шубы не пострадал. Соответственно, если вы так же, как и я, обожаете пушистиков, но хотите быть красивыми, то это замечательная альтернатива натуральному меху. Да будут пушистики! В кадре у нас Раиса Ивановна и Павлушка, Павлушечка. Супер дуэт. Спортивная форма уже на мне. Полдела сделано. Как бы теперь дойти до зала? Вы не думаете, что я полежала на диване в спортивной форме и не пошла заниматься? Я в спортзале. Да, Павлушка? Да. Ну-ка давай заниматься. Ой, друзья, не знаю, как вы, но я... как истинный поклонник, наблюдаю за сериалом. Кто-то звонит. О, какие милые. Два лебедя. Как символ любви. Я лисичка. А ты енотик. Маска Шредера. Православного. То есть ты православный Шредер? Да, на масленицу собрался. А я лисичка, сестричка. Отлично. Два дебила — это сила, да? Да. Предлагаю лететь так. Дорогие друзья, хроники спортзала продолжаются, и все у меня спрашивают: Агата, где влог? Даже мой монтажер спросил, когда влог? Дело в том, что я просто не могу добраться до Москвы. Вот завтра доберусь, и ждите кучу всего интересного, кучу! Ну а пока, друзья, дабы не скучать, смотрите старый влог, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите что-нибудь, смотрите мой влог на моем канале! Итак, мы успешно подкачались. Ну-ка, покажи свои мышцы. Самая главная мышца. Друзья, вы знаете, со мной сегодня случилась просто вышка. Вышка. Подошла женщина и говорит: Павел, можно с вами сфотографироваться? Я вас по вашей жене узнала. А подобный случай я отношу к разряду: а чего добился ты? Моего мужа по мне узнают. Друзья,
друзья, но на самом деле это же просто чудо, Паш, ты просто не ценишь, что ты на самолете взлетел в воздух, летел в облаках, за час преодолел тысячи километров, приземлился, тебе еще попить предлагали. Блять, кресло подрегулировать. Друзья, я не знаю, делаете ли вы так, но я так делаю. Привет, дом! Привет, мой милый дом. Я так соскучилась.